Чувак, зрители, это Гагатун, и я очень давно не делал сомелье, потому что я был очень занят на 500-м видео, и теперь, наконец-то, у меня есть время, и я запишу, наверное, 2 или 3 сомелье. В этот раз мы будем играть вот эту игру, которую вы видите слева написано, и, наверное, чтобы не тормозить, просто начнем адвенчуру, да, адвенчур, давайте, поиграем, посмотрим, потому что эту игру вы выбрали на... Greenlight в Steam, то есть сами пользователи решили, что игра достойна, чтобы выйти. И поэтому посмотрим, что же сейчас будет происходить. Какой-то портал. Нет. Все, их уносит далеко-далеко. И почему-то они сопротивляются. Прыгай за ней, дурочка. Так, окей. Все, мы прыгнули и попали в какой-то портал. Графика довольно приятная, ну то есть... Смотрим. Вот. Это началась сама игра. Так, мне... Чё, на стрелочках? Управление на стрелочках? Серьезно? Их нельзя поменять? О, как это странно. Если... Управление на стрелочках. Ладно, значит нужно было вставить джойстик. Ладно, посмотрим, что туда как. Я надеюсь, что управление можно как-то поменять. Потому что на стрелочке это, конечно, здорово, но не то чтобы очень. Окей, мы можем прыгать. Через платформы. Окей, понятно, понятно, игра. Ох, меня пытались... А, это чекпоинт. Я думал, меня пытались напугать. Забрал какой-то кристалл. Ряд, вы можете прыгать на противников? Йоу. Кажется, я его убил. Ну, пока что графика очень даже ничего. Есть монстры. Напоминает немного такой Марио стайл. Кимплей. Так. Галереи добавили работу. Так, то я тоже при... Ну, это довольно несложно. Сознать, что делать. Так, очередной чекпоинт. Мою сестру взяли! Какой-то дракоша. Эй, дракоша, положи ее на землю. Эй. Эй. Ну, это не положить ее на землю, дракоша. Че ты теперь такой смотришь на меня? Типа, смирись с этим. Но у тебя же не сварение желудка. Так, ладно. Ачивмент уже получен. Ладно. Вау. Клёво. Это хороший мир, видно, а это плохой мир. При этом, когда мы играем в плохом мире, персонаж у нас, наоборот, позитивный. Это... Ну, то есть, наоборот. Я не понял, что я сказал. Ну, ладно. А сейчас мы играем за какую-то панк-рокершу, и даже музыка поменялась. Но при этом мы находимся в каком-то... позитивном мире. Это не... О-о-о-о. Видите, как оно разъехалось? Ох, черт. Я сдох. Хорошо, что у меня есть чекпоинты. Так, а я не могу свалиться вниз? Чтобы взять что-нибудь там. Окей, ладно. Так, тут открылось. Можно обратно. Уп. Так, взял две. Наверное, лучше мне прыгнуть просто сюда. Окей, тут и какой-то кристалл. Галерея открыта. А, и тут можно вернуться назад, наверное, да, просто. Окей. Так. Может, нам просто туда пойти здесь? А, да-да, тут же открылись ворота. Чекпоинт! А если я буду... А, определенные вещи можно взять только в том мире. Определенные вещи только в таком. Ну, интересная такая система с двумя мирами. Интересная комбинация. В принципе, если всякие такие штучки, они на... АВСД, а само хождение на стрелочке, то это удобно, если не будет использоваться абсолютно мышка. Но, наверное, в такой игре она и не будет использоваться. Так, я не успею заметить, когда мне вовремя переключать. Так, там смерть. По-любому смерть. Кстати, видно, как и задник меняется, и все меняется. Довольно приятно это все сделано. Так. Сейчас попробуем на монстра, да, приземлились. Так, тут нет ничего. Так. Двери открылись. Куда надо шутить? О, чертик. Чертик огреб. Они превращаются во что-то милое, когда я играю. Да, они превращаются в птичек. А так я убиваю чертей. Немного напоминает какой-нибудь
Sucker Punch, где они представляли мир по-другому, в то время как мир был совершенно иным. Так, попрыгали, попрыгали. Так, вот так я понял. И поехали. О, черт. Нужно прям постоянно менять все туда-сюда. Чтобы... Так, чекпоинт. Чтобы получать свои бонусы. Можно даже стоять. Ну круто, хорошая система, мне прям нравится. Можно, наверное, свалиться вниз. Смотреть, что там внизу. Тун-т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 ун. Окей, там куда незачем идти. Понять. Окей, все забрали. Работа получена. И что же нас теперь ждет? Уровень закончен. Я одну где-то пропустил, вот дерьмо. Один кристаллик, я где-то его упустил. Ну ладно. В принципе, я, наверное, сыграю еще один уровень. Я думаю, для нас этого будет достаточно. Тут вон, сколько миров, интересно. Довольно много всего. Там видно, все сложнее и запутаннее становятся эти миры. Ну, игра, мне кажется, довольно интересная, если кто-то любит про платформинг. То есть, такой-то... Стиль очень приятный. Так, видно, кости там меняются на всякие другие вещи. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Теперь я могу крутиться на S. Как мне крутиться? А, окей, понятно. Ага. На S, значит, мы можем крутиться, как тасманский дьявол. Так. Я думал, я его убью этим. А-а-а-а-а-а-а! Не туда, не туда. Блин, я все просрал. Нет, я хочу обратно. Почему она не может двойной так два раза раскрутиться? Попробуем еще раз. Успел. Получил ачивку. Так, Д. Ох. Ну за что мне так? Мне неожиданно сказать, что на Д я могу какую-то херню вот эту делать. Может еще я другие кнопки сразу попробую. Нет, это все. Наши три кнопки со способностями. Хотя бы не нужно заново собирать. Да ёп! Серьезно? И хотя бы с меня ничего не берут, я надеюсь. Просто катись. Так, давай. Просто звалило! Ну почему он не хочет такие звалило? Нет, 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 может она долетит? Нет, она не долетит. Медленно, наверное, падаем обратно. Как-то я тупо стал тупить. Тупо тупить. Окей. Все, погнали, погнали. В принципе, можно и не обязательно их атаковать, наверное. А может и обязательно, я не знаю. А, блин, не то. Честно сказать, даже с этими двумя кнопками я что-то быстро начинаю путаться уже. Так, так, так. Поехали, увидели. Так, отлично. Забрали остальное. Тут, наверное, можно девочкой все поломать. Окей. Все, ладно. Нам не сюда. Гоним, гоним. Супер скорость. Говорят, я могу отлетать от всяких стен. Ну, что же, стой! Окей. Упс, нет, 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 нет. Поехали. Чё, это всё? У меня уже пальцы начинают болеть, если честно. Какой-то я не... С непривычки-то... Чекпоинт. Я попробую просто пробежать. Если вам интересно все исследовать, то вы исследуйте. Я, наверное, сейчас просто пробегу. В конце этот уровень. Так, я что-то должен делать.
Типа в хорошем мире все наоборот понижается. Точнее, да. Окей. Она, я там не стал следовать, что у нас было позади. Но не надо мне про это писать. Я не стал следовать, потому что я не хочу следовать в данный момент. Вот это хорошая система, кстати, с забиванием блоков. Вообще, игра продумана, в принципе, я думаю, для своей аудитории особенно. Так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ах, блин, я пробежал через колючки. Казалось, я мог просто и поменять мир. Ну ладно, так, что у нас тут дальше? О-о-о! Проехали как Соник. Ну, что я должен делать? Нет, это не работает. Окей, так работает. Это была плохая идея. Что же я должен... Как я должен туда запрыгнуть? Блин. Да это не то, что я хочу делать. Я хочу... пропалить. Потом... Нет, это тоже не работает. Что же я тогда должен делать? Стойте. Я не могу просто прыгнуть и... Нет, я не могу. Что же мне тогда делать? Что она так тонет? Тай! Черт, все! Все, надо заканчивать. Так, поехали. Что я должен делать? Как я должен туда запрыгнуть? Я что, должен отсюда так запрыгнуть, как я в прошлый раз сделал? Наверное. Эти, блин, появились обратно. Блин, это сложно! Неужели я должен отрикошетить и прокрутиться? Она очень долго это все делает. Она... Она в одном направлении прыгает. О. Значит, в этом способности она может прыгать дальше, но в той нет. Окей. Я тут палец сломал. Все, с меня хватит. Эти игры не для меня. Я уже... Почему я... Моя правая рука не готова к такому дерьму. Стрелочки нажимать? Нет, нет. Нет, просто нет. Правая рука не нажимает мои стрелочки. Все, я поехал отсюда. Пока, если вам понравился этот ролик, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарии и ставить палец вверх. На этом все. И да, все, правда, все.